Более 300 делегатов приехали на третий этап внеочередной конференции партии «Единая Россия», которую провели под открытым небом на территории усадьбы «Архангельская». Конференция стала ключевой на повестке дня утверждения предвыборной программы единороссов на выборах депутатов Мособлдумы, которые состоятся 19 сентября. «Единая Россия» сейчас очень сильно обновляется. Простите за нескромность, наше поколение ребят приходит, и это все люди практики, люди земли, люди уже состоявшиеся, которые точно хотят что-то изменить и сделать мир вокруг себя лучше. Секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов отметил, что предыдущая народная программа была выполнена единороссами на 100%. За последние месяцы в Московской области проведено более 5000 встреч с жителями. Собрано свыше 700 тысяч наказов, которые стали основой для новой программы, получившей название «Подмосковье. Территория перемен». И партийцы готовы ее выполнять. Мы также с удовольствием будем смотреть друг другу в глаза и благодарить за то, что каждый сделал свое дело, внес свою лепту, ну и самое главное, что-то изменил вокруг себя. Спасибо вам. Я еще раз хочу всех поприветствовать и пожелать всем нам победы. Приоритетными направлениями новой народной программы стали здравоохранение, образование, комфорт городской среды. Важный вопрос, который всех касается каждый день, каждую минуту ЖКХ. Тоже губернатор сегодня обозначил. Конечно, тоже качество работы нужно усиливать и выполнять задачи, которые, на мой взгляд, на сегодняшний момент уже созрели. Дальше экология, вся наша жизнь, вся включена в народную программу. Теперь только качественные проекты, выполнение их, и отчитываться, и набирать новые задачи. Помимо рабочей части конференции, у делегатов была возможность неформального общения с единомышленниками. И сегодня, честно говоря, как никогда чувствовалось такое чувство плеча, общность команды, общий дух, настроенный на победу. И очень хорошо то, что есть чем идти к избирателям, потому что результаты, которые произошли в области за истекший период, за последние годы, они очевидны. Люди это видят, отмечают, поддерживают. Вся речь была про развитие, за позитив, за динамику, за улучшение, за перемены к лучшему. И, конечно, это не может не впечатлять, и хочется активно участвовать в этой программе, в этой команде, в команде развития. Действительно, это забота о людях, забота о нашей малой родине, Московской области, и задача, которая всем по плечу. Был бы настрой, а настрой мы сегодня получили. Заряд бодрости и заряд того, что надо сделать все поставленные задачи. Мы готовы. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».